Трасса вдоль села Китово в Шуйском районе наконец будет освещена. Подрядная организация приступила к установке опор линии освещения 2 недели назад. В настоящее время происходит монтаж кабеля. До конца ноября все необходимые работы предполагается завершить. Опоры, импортные светильники, которые регулируются в зависимости от освещенности. То есть ночью они горят меньше для того, чтобы экономить электроэнергию. Вот. Включение автоматическое полностью. Опоры СВ-110, СИП, то есть как бы из новых все материалов. Перейти дорогу к остановке общественного транспорта и в светлое время для жителей Китова проблема. Мало кто из автолюбителей тормозит перед зеброй. А в темное время суток жители буквально рискуют жизнью. За последнее время в дорожно-транспортных происшествиях здесь пострадали 10 человек. В селе Китово живет более 3000 человек населения. Здесь находится общеобразовательная школа. Здесь находится офис врача общей практики, библиотека. Районный центр детского творчества, куда ездят ребятишки со всего Шуйского муниципального района. И, к сожалению, у нас есть печальная статистика по этому участку. Порядка 50 дорожно-транспортных происшествий за 2 года здесь было выявлено. Общая протяженность линии освещения составит более 2 километров. Работы обойдутся областному бюджету в 3 с небольшим миллиона рублей. Власти надеются, что на освещенной трассе ДТП больше не будет. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.